Теперь я могу есть вертолеты. Ихние ракеты мне не помеха. Иди сюда. Вау, отлично. Второй. Сейчас второго съем, ребятки. Подождите. Ох, отлично, отлично. Все, всех вертолетов здесь поскидаю. Ого, ребята, да. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в игру Tasty Blue. Так, ну что ж, будем дальше проходить нашу замечательную игрушку. Давайте, собственно, перейдем с вами на новый уровень и посмотрим, что же нас здесь ждет. А что это здесь такое? Так, а что это такое? Так, это у нас что? Селедочка, отлично. Ох, ребята, подводные лодочки уже появились здесь. Так, здесь рыбочка. Опа, опа, вкусненько. Ням-ням-ням-ням-ням. Рыбка вкусная, да. Так, дайте мне, пожалуйста, проплыть. Так, отлично, отлично, отлично. Так, хочу, 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 ребятки, еще раз, знаете, что сделать с вами. Хочу поплыть с вами. Так, давайте, а все, где рыба-то? Еще хочу рыбку. Еще хочу рыбу. Мы уже 1 метр, ребята, в длину. И я так думаю, что скоро мы начнем кушать всех здесь водолазиков. Водолазики, идите сюда. Я вас сейчас съем. Так, ну что ж. О, сундуки. Мы уже начали хавать сундуки, ребятки. Сундуки, это такое дело. Ой-ой-ой, ребята, подводная лодка там на меня открыла охоту. Так, ну что ж, дорогие друзья. О, все. Ха-ха-ха, все. Все водолазы, идите сюда. Я начал хавать водолазов, ребят, посмотрите. Я начал хавать не только водолазов, но, наверное, скоро буду есть подводные лодки. Но это еще не точно пока. Отлично. Ох, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Как вкусно. Отлично, отлично. Просто супер. Так, 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 так. Поплыли, ребятки. Поплыли. Ой-ой-ой, мы пока еще не можем. Я думал, мы уже можем их кушать, но мы еще пока не способны на это. Так, давайте сюда. О-о-о, ха-ха-ха. Всех водолазов посъедали. Чтобы вы знали, как здесь плавать. Это мое место. Ох, ребята, вы видели, мы съели подводную лодку. И здесь еще появились какие-то машинки. Смотрите, под водой плавают машинки. Вот это прикольно, да, реально круто. Так, ну это, ребятки, 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 давайте с вами... Покушаем дальше, пойдем хавать всех. Так, здесь, я так понял, эти подводные лодки, подводные машинки плавают такие прикольные. Так, нам пока давайте довольствоваться будем, что есть. Есть у нас подводные лодочки, дорогие друзья, так что давайте их будем кушать с вами. Ням-ням-ням-ням-ням-ням, как вкусненько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично, отлично, просто супер, просто замечательно, я считаю. Просто круто. Так, отлично, отлично. Что здесь? О, ребята, все, мы начали хавать машины даже. Вау, иди сюда, дорогой. Ого, ага, иди сюда. И тебя съем, и тебя. Где машины? Всех, вот, вот они. Вот, ребятки, вот они машины. Всех съедаю. Всех, всех, всех. Всех машин съем. Ой-ой-ой, они от меня... Пытаются убегать, вы видели, дорогие друзья? Все машины хотят от меня убежать, но мы им не дадим, мы им не дадим убежать. Иди сюда, всех посъедаем. Так, 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 отлично. Просто замечательно, просто супер. Так, подождите, ребятки, я хочу похавать его, этого чувачка. Так, сюда, отлично. Все, отлично, отлично. Вот так вот, хорошо, замечательно, просто супер. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Отлично. Так, 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 так. Подождите, дорогие друзья, давайте схаваем еще кое-что. О, мы уже, ребята, почти 6 метров. Я так думаю, что скоро мы уже должны завершить этот уровень. Отличненько, дорогие друзья, и мы с легкостью с вами его. Прошли, ребятки. Ну что ж, давайте, ребятки, дальше продолжим. Так, ну что ж, здесь мы маленькая рыбешка. Так, давайте что-то будем собирать на дне. Так, а собирать мы будем, дорогие друзья, крышечки. Крышечки, крышечки, крышечки. Крышечки или... А, нет, это ракушки маленькие, ребятки, это не крышечки.
О, мы уже что-то можем собирать. Теперь мы можем банки какие-то собирать. Все, да-да-да-да-да, ребятки. Это были банки обычные. Рыбку мы пока еще кушать не можем. Чайку тоже еще не можем кушать. Так что давайте. Крылки уже. О, звездочки посъедали. Так, ну теперь я думаю, мы уже должны кушать маленькую селедочку. Да, ребятки, селедочку мы уже можем кушать. Отличненько, селедка, иди сюда. Иди сюда, маленькая селедочка, я тебя съем. Так, все, рыбку маленькую. Ой, уже и чайку можем, ребятки, кушать. Давайте попробуем ее поймать. Вот так вот, отлично. Вау. Давайте, давайте, давайте. Вау. Вот так вот. Отлично, отлично. Просто супер. Ох, ребята, вы видели, как мы сколько мы рыб заглотили сразу? Иди сюда, дорогой. Отлично, отлично. Просто супер. О, две сразу, ребята. Вот это да. Вот это вкусно. О, я всю могу селедку плавать, ребята. Посмотрите, какая вкуснотища. Как вкусно. Даже водоросли уже могу, ребят, хавать. Вы видели? Сейчас покажу. Да. Отлично, ребятка, рыбка. Ням-ням, ребятки. Рыбка, рыбка любимая моя, вкусная. Иди сюда. Отлично. О, ребятка, посмотрите, я уже могу водоросли кушать. Мяу. Так. Давай, 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 кушай, кушай, кушай. Так, мне, ребятки, надо вырасти, чтобы съесть того человека, который стоит на берегу. Который хочет, наверное, меня поймать. И нам надо, для того, чтобы он нас съел, его поймать, да и все. Чтобы он нам не мешал уже никогда. О, все, отличненько, ребятки, мы его съели. И таким образом прошли этот уровень. Давайте переходить на следующий. Так, что же здесь? Жабки, жабки плавают малюсенькие. А кого же мне кушать, ребятки? Я же не знаю. О, а тут еще есть поменьше жабки. Ха-ха. Все, теперь идите сюда. Маленьких жабок буду кушать я. Так, 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 отлично. Отлично, 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 отлично. Так, 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 подождите, подождите, подождите. Так, 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 так. Где же вы, маленькие жабки? Мне же надо как-то питаться вами. Чтобы вырасти. И чтобы стать сильнее. И таким образом пойти дальше по своему пути. О, ребятки, я уже могу побольше жаб, смотрите. Вау, за мной рыба охотится, селедка. Вы видели, ребят? За мной охотится селедка. Вы когда-нибудь такое видели себе? Чтобы за мной охотилась селедка. Вот жабки, жабки, жабки. Отлично. Отлично. О, отлично. Вообще просто... Просто супер, дорогие друзья, просто супер. Ой-ой-ой, меня укусила селедка. Но ничего, мы сейчас ей отомстим. Сейчас, когда немножко повзрослеем, мы ей покажем, где раки зимуют. Мы ей отомстим. Обо мне заговорят. Вау. Ту-ту-ту-ту. Так-так-так, ребятки. О, отличненько, все, ребятки. Селедочку мы с вами съели. Это просто супер, это просто замечательно, я считаю. Иди сюда, все, ребятки, мы уже научились хавать все. Ох, отлично, и съели половину водорослей. Просто круто, я бы даже сказал, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, давайте перейдем, ребята, дальше. Что здесь у нас? Здесь, ребята, вертолеты за мной, вы слышали? Ребята, мы уже 5 метров в длину, и мы едим касаток, посмотрите. Посмотрите, сколько касаток. О, за мной вертолеты уже, ребята, ой-ой-ой-ой-ой. И лодки, и вертолеты. Посмотрите, что творится там на берегу. Ребята, вот это да. Ух, ребята, мы съели вертолет. Отлично. Ой, самолет там, ребята. Вы только посмотрите, что здесь творится, а. Ого-го-го. Три вертолета подряд. Посмотрите. Посмотрите, как мы быстренько всех съедаем. Вот это да. Я и представить себе не мог, что я... Ого, город съели, ребята. Вот это да, и военные вертолеты. Отлично, военные вертолеты мы тоже съели, ребят. О, посмотрите, что творится. Во все сюда. Ого, вообще реально, вот это мы огромные. Мы во все съели. Ого, ребята, это же надо так. Посмотрите, посмотрите, что мы сделали. Вы просто посмотрите, отличненько, ребятки. Вы видели, мы практически все съели.
Вот это да. Так, ну что ж, ребята, здесь нам довольствоваться нужно, я так понял, касатками. Так, военные вертолеты на взводе. Ай-яй-яй, они меня разрубили своими пропеллерами. Ракеты, ракеты, надо убегать. Так, тихо, не паниковать. Давайте что-то придумаем с вами вместе. Так, ребятки, давайте прятаться от этих вертолетов. Так, ну что ж, пора их, наверное, скоро будет уже кушать. Сейчас мы немножко вырастем и начнем хавать их. Я уверен, ребятки, у нас получится. Еще совсем немножко нам нужно съесть, чтобы научиться этих вертолетов уничтожать. Так, едим по две. О, все. Все, мы можем их уничтожать, ребята, посмотрите. Ага, теперь я могу есть вертолеты. Ихние ракеты мне не помеха. Иди сюда. Вау, отлично. Второй. Сейчас второго съем, ребятки, подождите. Ох, отлично, отлично. Все, всех вертолетов здесь поскидаю. Ого, ребята, да. Вот это да, вот это круто, вот это я понимаю. Вот это да. Вау, отлично, 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 отлично. Просто замечательно. Давай еще один вертолет. Давай, 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 отлично, отлично, отличненько, дорогие друзья. И мы с легкостью прошли с вами этот уровень. Так, ребятки, ну что ж, дорогие друзья, этот эпизод подходит к концу. Вы были на канале Вечное Детство. Хочу вас попросить, чтобы вы обязательно подписались на мой канал. Поставили пальчик вверх и оставили любой комментарий. Также не забываем нажимать на колокольчик. А с вами был, как всегда, Юра. Пока-пока, дорогие друзья, в следующих выпусках. До скорых встреч!